Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, турнир закончился, ребята. Лига мастеров, 3 звезды, как ты видишь. И поехали. Так, сюрикены, морзильная кошка, золотые осколки. И вот они, наши платиновые осколочки. Так, друзья мои, ну что, давай откроем, наверное, бесплатно пак. Так уж и быть. Так, пак открыли. А что нам дальше сделать? Пойдем, наверное, сразу буститься. Потому что, ну сколько прошло, ребята? 30 минут прошло, я только проснулся и сразу же побежал в игру. То есть, немножечко запоздал. Ну, 30 минут всего лишь прошло после того, как у нас произошел откат. Я думаю, ничего в этом страшного не будет, друзья. Так, возьмем такую команду. Думаю, ничего страшного не будет. Я поставлю, ребят, пока на автобой. Думаю, что тоже здесь ничего страшного не случится. Да, как всегда. Как всегда, лица мы разворотили нашим противникам. И, соответственно, бежим с тобой дальше. Так, воин. 2 звезды сразу же. И местечко у нас 67-е получается. Так, давай попробуем 11-12 выудить. Ага, есть. Так, и опять же бежим в самый хвост. И заодно сейчас, ребят, посмотрим, сколько мы сделаем поединков, чтобы нам дали четвертого бойца. По-моему, на четвертом поединке, насколько я помню, нам должны его выдать. Ну, я могу и ошибиться, верно? Так, это всего лишь второй поединок, да? Это всего лишь второй поединок. Ну, на втором поединке, понятное дело, друзья мои, нам... Хотя, судя по тому, как мы продвигаемся, 78-я позиция. Я даже и не знаю. Слушай, 11-12, нам надо, по идее, уже получать 12-13. Вот. Слушай, на третьем поединке, ребят, на бусте, на третьем поединке мы с тобой уже получаем четвертого бойца. Офигеть. А теперь вспомни, когда мы с тобой день или два прозеваем. На каком раунде? Пятом, по-моему, да? Или седьмом даже. Нам дают только четвертого бойца. Поэтому, ребята, вот понедельничный буст, он самый лучший в плане ускорения. Самый лучший. И то, что ты быстро идешь, и то, что тебе бойцы сразу открываются как можно больше из-за короткий промежуток времени. Мы уже с тобой вылетит одна звезда. Что ты хочешь? 12-14, прикинь, даже сами уже дали. Не надо было выклянчивать. Так, это у нас получается третий. Вот сейчас четвертый поединок, да? Четвертый поединок. Я просто сейчас смотрю, когда нам дадут фулку. Фул команду, я имею в виду. Сейчас мы с тобой это посмотрим. Ну, тут понятное дело, что мы им лица разворотим. Тут уж они никуда, извините меня, не денутся. Но меня интересует больше другое. Так, это у нас получается четвертый поединок. Так, элиточка, 2 звезды. Так, 12-14. А может быть, все-таки вот. Все, ребята, на пятом поединке мы получаем с тобой 5 бойцов. Ну разве это не великолепно? Да, по-моему, это шикарно вообще, ребят. Шикардос. Пятый поединок, 5 бойцов, то есть фул полностью команда открыта. Единственное, что какие-то они не могут у меня тут справиться с противником. То есть приходится некоторых даже по 2 раза бомбить. Но да, это не беда, ребят. Это не беда, ничего страшного. Это уж как-нибудь мы переживем. Так, ну что ж, продолжаем. Элиточка уже 3 звезды, 97-я позиция. Ну, вот тут, конечно, да, ребят, тут уже, наверное, не сможем с тобой приподняться чуть-чуть. Так, я хочу получить, конечно же, 14-16, но ты посмотри, игра опять на дыбы встает, ребят. Вместо 14-16 дает мне 13-16. И я с этим соглашаюсь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали в бой.
Тут уже, наверное, придется мне самому отыграть вот эту роль. Потому что, друзья мои, противничек уже здесь довольно некислый. То есть он мне может здесь сдачи дать. И как бы... Ну, давай бумерангом. Окей. Так, по идее тут надо уничтожать сплинтера. Нормально. Давай так. Есть. Ну что, прекрасно. Двигаемся дальше, друзья. Двигаемся дальше. Ну что? Так, на какую позицию мы попадаем? 19-е. 19-е. Поехали. В бой. 13-16, да? А... В принципе, да, они мне 13... Я же не пришел в новую лигу, ребят. Поэтому они мне здесь, соответственно, ничего и не выдадут. Давай вот так возьмем. Ну, просто шинигами хочу взять. Такс, ну что у нас здесь? Лео. Я, наверное, начну с Лео. Попробуем его вольнуть, хотя шинигами вряд ли справится. Нет, смотри-ка, справилась. Теперь, наверное, Майки. Чемпи, чемпи, чемпи полетел. Так, минус Майки. Теперь, наверное, Рафаэля все-таки. Ну, не Рафаэля Гросси, как ты думаешь? А просто Рафаэля. Такс. Ага, тут постепенно. Ну, в принципе, холодильником, я думаю, мы доразмажем их лица. Да. Почему Рафаэль бросает здесь холодильник? Я не понимаю, откуда они вообще этот суперудар взяли? Ну что же, ребятушки, мы уже в самураях, как ты видишь. И это очень круто. Так, 13-16 уже было. Вы давайте-ка, ребята, мне тут... вот. Уже другое дело. Там не сколько, 39-38. Но мне тогда надо будет, наверное, взять все-таки... возьму тигриного когтя. Вот. Ну, чтобы здесь мы продвигались просто немножечко быстрее. Так, задебафим их. Тут минус броня у двоих. Они, наверное, сейчас и упадут. Упали все. Упали все, друзья. Шикарно. Так, прекрасно. Опа, самурай 2 звезды. Нормально. Две катки, и мы уже в самурае 2 звезды. Вообще топ. Давай мне тогда, знаешь, что, 14-18. Или как у тебя там, 15-18 должно быть. Оп, оп, оп. Было, ребята, было 14-18. Я эту вспышку проморгал. Черт бы вас побрал. Ну и что? Эй, 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 эй. Давай-ка играй, не это. Не выделайся, 14-18, дай мне, блин. Есть. Поехали. Так, у нас тут 43-й уровень у противника. Ну, а мы с тобой тогда сделаем немножко по-хитрому. А давай я возьму паук сюда. Это не подстраховка. Но так просто быстрее будет. Паук сбьет первым. Так, давай. Пит наказал этого хламона. Так, теперь, значит, давай. Давай бросим эту дымовую. По одному, чтобы не бомбить сразу домовуха и всех на глушняк накрыли. Ну и, естественно, продвигаемся дальше. Так, с 85 на 40, да? Оу, 25-е. Так, 14-18, да? Ну, я даже боюсь представить, что чтобы они тебе дали... Да нет, 14-18, ребят. Ну, ранг не перепрыгнули же, нет. Единственное, что опять топчемся с тобой на тех же самых рангах. А это мне не нравится. То есть мы с тобой на том ранге протоптались два раза. И на этом ранге протоптались два раза. То есть это как минимум минус две катки. Это минус две катки, соответственно, шанс попасть
в Лигу мастеров уменьшается ровно на 2 катки, ребят. А ты сам видишь, у нас не так-то все и сладко. Мы еще в самураях с тобой 3 звезды только. Мы даже не в сёгунах. Мы даже не в сёгунах. Так, ну что же, вот 15-19 у нас есть. А бойцов у нас... А бойцов у нас все меньше, меньше, меньше и меньше. Они прям на глазах у нас, ребята, тают. Так, здесь Донателло у нас, ну, правда, недокачанный, но тем не менее. Начну я, наверное... А, с массовой. Сразу же начинаем с массовой атаки. Так, надо валить здесь Дони. Хорош. Так, бурундучки. Причем он один орешек бросает, а тут целая рота бурундуков. Ну? Да ладно. Не вышло. Я думал, что хоть сейчас перелетим. Нет, не вышло, ребят. Так, 15-19 это будет у нас сегодня. Эть, было, да что ж такое, Рэй, ты спешишь на, вот, на кнопку обновить нажимать. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, ну я сомневаюсь, что мы с тобой до Лиги Мастеров дойдем. Вообще не вариант, ребят. Бойцов очень мало осталось, мы с тобой еще даже в сёгуны не зашли. А там, извини меня, сколько надо ступенек-то пройти, пока добраться до 3 звезд? Нет, нет, нет. Хм, странно как-то. Вроде нигде не косипорили. Вроде бы нигде не этот... Двигались, как говорится, ровненько. Странно, конечно, это все. Ладно. Я, в принципе, уже как бы рекорды эти не ставлю. Было бы, конечно, приятно, если бы ты попал, но... Это не актуально, ребят. Так, 15-19, я так понимаю... Я так понимаю, 16-20... А, вот! Как всегда, ребят, я спешу нажать на кнопку «Обновить». И вот сейчас можно попасть очень круто. В том плане, что тебе такой шанс выпал, и они могут сейчас просто тебе его не дать. Во, дали все-таки. 15-20. Ну, тут уже 71-й, уже 80-й уровень. Все, тут даже говорить не о чем. Тут даже говорить не о чем. Не успеем, ребят. Не дадут они мне перейти. Так, давай этого хана, хоп. Так, массовые. Ой-ой-ой-ой-ой, что ты делаешь, Майки? Ну, успокойся, блин. Твою налево, он еще и уклоняшку там поставил. Ну-ка, если мы попробуем ракетами. Так, ну что, кабан, доигрался на скрипке? Тут хорошо получилось. Тут получилось хорошо, ребят. 28-я позиция. Так, 15-20. Да, в принципе, я на ранг не перешел, поэтому 15-20 и остается за нами. Раз, два, три. Так, 4, 5. Ну что я тебе скажу? Лига сёгунов 3 звезды, скорее всего, будет взята. Скорее всего, ребят, но... До Лиги Мастеров нам как до Китая раком. То есть там только начальный этап. Это и то в лучшем случае, ребят, будет. Только начальный этап. Только зайдем туда, в эту лигу. Но все равно я считаю, что это нормальный итог нашей сегодняшней битвы будет. Вот, самураи, ой, сёгуны, 2 звезды, 82-я позиция. То есть, понимаешь, мне нужно здесь как минимум отыграть 2 поединка. Так еще надо попробовать выудить 16-21. А они, наверное, как всегда... А они, как всегда, ребят... Ну да. Не дают. Хотя я перешел на следующий ранг. На следующую лигу, ребят. А они не дают, прикинь. Ну, жучары. Вот я специально, ребят, жду, ролю. Хочу выбить себе 16-21. Аккуратно, как говорится, нажимаю на кнопочку. И нифига. Просто вот 15-20, как будто, вот, знаешь, как запрограммировано. 15-20 и все.
Представляешь? Ну ты серьезно, игра? Просто ни шагу вперед, ни шагу назад. 15-20. Как зомби. Ну вот 15-19 могу дать, но не выше. Прикинь? А жучары, а? Ладно. Я, ребят, старался. Я старался, я хотел получить, а они мне не дают. Так, ну что тут у нас? Зек Усаги, да? Зек Усаги, бравая команда. Соответственно, ребята их сейчас разложат по полочкам. Прекрасно. И давай посмотрим, с 80-го места куда мы с тобой перейдем. Но я думаю, это где-то будет 40-я, может быть, 30-я позиция. Да, 40-я. Вот, вот только сейчас они дали 16-21, ребят. Причем автоматически дали, мне даже выклянчивать не пришлось. А бойцов-то у меня все. То есть... Там, по-моему, еще на один поединок, ребят. Да нет, нет. Лиги мастеров нам не видать, как своих ушей. Здесь. Но это не наша вина, ребята. Вот игра, вы сами прекрасно видели, как игра нам портачит все. Целенаправленно мешает нам получить кубки. И прочее, прочее, прочее. Вот, сотое место. Вот прикинь, сотое место. Нам нужно тут с тобой, вот... смотри, 16-21 у нас уже было. Я, по идее, должен получить 16-22. Это в лучшем случае, ребят. В худшем я должен остаться на 16-21. Но они же не дают, гаденыши. Ну, посмотри. Повышение лиги прошло, ребят. Я получил 3 звезды. Видишь, я не знаю, какой алгоритм здесь. То ли тут нужно после 50-го... после 50-й ступени они будут давать повышение. Фиг его знает. 16-21. Так, ну что, раз, раз, два, три, четыре, пять. Ну вот, вот этот поединок и следующий. Но это ровным счетом нам ничего не даст. Будет где-то позиция 60-я, 50-я. Но не Лига Мастеров. К сожалению, не Лига Мастеров, ребят. А хотелось бы. Причем я тебе говорю, что два раза мы с тобой сплясали на одном месте. И вот тебе результат. Вот оно сказывается. Сейчас будет где-то позиция. А! Мы, нас еще и скинули, пока мы там с тобой болтали. Нормально. Нас еще, ребята, и скинули. Ну это вообще. Все, вот два бойца у меня только лишь. Откаты я тратить не буду, потому что оно того не стоит. Хотя мог бы, друзья, откаты есть. Мог бы я баксы вложил, чтобы получить Лигу Мастеров 3 звезды перед откатом, как говорится. Ну, какая-то будет. Ну, пускай будет 50-е. 50-е место. Ну, 60-е на худой конец. 50-е будет, скорее всего. 55-е. Вот все, ребят, вот, вот это наш сегодняшний результат. Ну что, пойдем на серию испытаний. Да, пора бы уже там Кренга прижучивать потихонечку. Сидит там уже довольный, да? Свои лапки слизистые потирает. Так, ну что, давай, поехали. Так. Надо было нам этого, наверное, партизана валить. Ох, ты еще и понижение брони сделал. Так, минус. Минус. Переходим на вторую волну. А если я так массовый бомбану? Понравится им? Ну, не всем, конечно, но тем не менее... досталось. Так, здесь, короче, мы сделали с тобой все как надо. Забираем награду.
И погнали теперь. Так, у нас сколько мутагена? 84 тысячи мутагена, друзья мои. Это нам хватит что? Крысиного короля поднять до 85 уровня. А Донателло видение прокачать. Так, нам сколько? 17 наушников. 17 наушников. 2. Так, 3. 4. Блин, ну, 4. Так, 5. 6. 7. 7, 8. Так, еще 10 наушников получается. Так, 9. Ну давай. Зеленая колба достала, а? Ну ты серьезно, блин, а? Долбаная зеленая колба заколебала уже лезть, блин. Офигею. Почему так наушники идут, как эту колбу, блин? Короче, понятно все. Запороли мне, блин. С этой колбой дебильной, которая лезет постоянно. Я уже сбился, ребят. Сколько там насобирал-то я? Ага, еще 5. Раз, два. Все. Пицца кончилась, блин. Еще 3. Еще 3 надо будет. Так, ну что, ребятушки, получается, что все, да? Так, на испытаниях у нас, друзья мои. О! Черепашья буря будет хорошо. Так, здесь обменяю пока. Так вот. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!